Так, короче, я давно хотел показать, как в полевых условиях проверить так, что вот эти линки имеют одинаковую длину. Берем, ставим лопасти перпендикулярно, вот так вот, и крутим, берем какую-нибудь палку или что-то, неважно, и смотрим. Вот одна лопасть, а вот, так, что-то я не понял, сейчас вроде одинаково. Но вот этот сантиметр, это как бы не особый криминал. Вот он, раз, вот это расстояние смотрим. И вот вторая лопасть. То есть вот этот сантиметр, ну полтора сантиметра, это примерно один оборот линка. Такие штуки желательно убирать.